469-го, вот поздно хватит. Он же пиздец, что там по бездорожью вообще мега машина. Вот там вот вон они. На той высоте? Да. Вот. Он вообще даже пушку поставил себе. 76-мм. Алгун, можно объяснить, что это? Это беспилотник, который только что снял позицию укропов. Теперь мы знаем, где они живут, где стоят их машины, где они накопали себе окопов. Поэтому мы будем стрелять гораздо точнее, чем раньше. Спасибо. Очень умная птичка. Укропы только что пытались ее сбить, но у них, как всегда, ни хрена не вышло. Потому что для них это было полная неожиданность, что мы сюда приедем и принесем с собой вот это. Кстати, спасибо спонсорам, которые подарили нам вот эту штуку. А кто спонсор? А вот это уже секрет. Военная тайна. Это уже секрет. Добрые самаритяне. Добрые самаритяне, да. Ясно. Ты же нам ничего не даришь, Гриша. И английская королева нам ничего не дарит. Я дал интернет. Я дал тебе интернет на дома. Телеканал «Звезда» когда нам подарит уже такой самолет? Да, когда телеканал «Звезда» хотя бы купит пачку чая? Английская королева, кстати, у вас чая в Англии полно. Пришлите нам хотя бы несколько коробок. Хорошо. Будем пить чай за здравие английской королевы. Да. Это же Патрик, помните, это горячая курица? Этому Бараку Обаме хочу сказать, ты вот им даешь джипы, нам тоже дай что-нибудь. Это же я подарил голый Патрик. Да, пару хаммеров, пару абрамсов. Вот, и пусть штук 20. Пусть пригоняют его к укропам, сами возьмем. Или штук 20 подари, у вас хорошее есть самоходное орудие. Вот, боеприпасов побольше и штук 20 самоходок. И здесь будет просто чисто все. Вернемся к старому названию, чистое поле. Чистое поле, древнеисторического. Да. Можно будет сажать картошку. Так и да. Лет 8 эту землю копать не надо будет. Да. Да. А с Кубы нам Рома и Сигар, да? Да, и то видит. Семену Семенченко. Фиделю, бля, пускай нам для революции не хватает Рома и Сигар. Они все равно деньги все потратят на проституток. Все остальное мы им переломаем все равно. С минометов там какие у нас. Есть немного минометов, штук два, короче. Вот. Из Великой Отечественной войны, да, из музея взяли. Два миномета из музея взяли, вот. Мы все равно хаммеры их переломаем. А ломами им переломаем руки и ноги. Паша, кривай собаку. Отойди назад, отойди, отойди. Я бы на их место оттуда бегал бы выгонял, тоже бы сюда кошмар каждый день. Да, каждый день. Да, 2 километра. Ага. Дороги не езжены. Следы есть машин, но техники я пока не вижу. Вообще не вижу. Вот техника загудела такая справа. Все, 800 км осталось. Что там, есть что-нибудь? Укрепрайон, видно ли?
А танков не видно? Ну, да уже он возвращается, километр 80. Mm. Сейчас глянь. Ты сразу третий воду глянул? Угу. Давай. Да, смотри, антенну ж можно наверх поднять, вот сюда. Но... Там надо будет рассматривать. На той стороне ФСБшка. Чуть-чуть дальше за ней танк окопан. Стоит. Это их оттуда. Я понял, что. Опс, смотри. Да. Раз, два. Раз, два. Угу. Дистанция, ну они за три иконы, это 2300 получается. 2300 это? Да. А где у тебя отметка? У меня на шлеме идет дистанция. Взлет. 2300 далеко. Так что мы туда не дострелим, блядь, надо выйти. Я понял, да, с минометов мы туда дострелим. С минометов, да? Вот он. Видишь, раз, два, ловушки. Где-то они, значит, тут. Короче, вот, смотри, раз, два, как сиська. Нет, сейчас дальше полетели, сейчас там можно еще. Нам нужно брать. Ну, ветром, да, почему? Да нет, это он поднял, посмотрел, куда лететь. Или разворачивать. Вот тоже наезжает.